Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 27 августа. Вот только что я вам описывала сорт рубиновый кубок, который детерминантный метровый, но есть точно такой же, очень похожий сорт. Это перцевидный гигант. Вот смотрите, если поднести плоды, то непосвященному человеку можно даже не различить. То есть, если я тот и этот сорт сорву, и в одну емкость положу, например, в один лоток, я сама даже иногда их не могу различить. Я, помните, вам показывала, что внизу они вот такие вот там, ну, как бы шинковидные, выше они такие, как перцевидные. Но у них есть различия, сейчас я встану, поднимусь. У них есть различия по форме куста. Вот этот рубиновый кубок у нас детерминантный метровый, а перцевидный гигант у нас вот такой высокий. Вот смотрите, вот это вот уровень моей головы, я 1,65 м, он уже вот такой, и он будет расти, если его не прищипнуть. То есть при одинаковой форме плодов рубиновый кубок у нас низкорослый, то есть метровый, а вот это такой же, точно такие же плоды и такое же строение кистей, но он индетерминантный, то есть это для тех, кто любит в теплице с длительным, с таким продолжительным плодоношением. Вот они, нижние кисти, будут такие здоровые. Они даже не похожи на перцевидные. Но потом, когда он туда выше поднимается, ой, пачку потеряла, то он становится более вот такой изящный, с носиком. И плоды прям вот настоящие перцевидные, мельчают они, конечно, чем выше, тем мельче. Но очень продуктивный сорт и для еды, и для теплицы. Я его называю близнец рубинового кубка. Я вот сейчас рубиновый кубок показывала. Ой, сейчас переместимся туда. Смотрите, вон он краснеет вдалеке. Вот где обилием плодов выделяются кусты. Вот это рубиновый кубок. И точно такие же плоды у нас у перцевидного гиганта. Но они разные, как я уже сказала. От этого пачки, к сожалению, не сохранилось. Выращиваю уже очень давно. Они очень разные, потому что этот индетерминантный, а тот детерминантный. Вот когда вы будете выбирать, вы решите, какой вам лучше нужно. Высокорослый двухметровый для теплицы или для открытого грунта метровый рубиновый кубок. А плоды, как я уже вам еще раз повторю, сказала, у них совершенно одинаковые. Все, до свидания. С вами был краткий обзор сорта перцевидный гигант.